социальное облегчение. Понимаете, в чем проблема? Русский человек, не пьющий, в сообществе пьющих, воспринимает всегда как стукач. Это идет еще с 30-х годов. Поэтому ему не доверяют. Ну, нужно какое-то мужество просто, как надо сказать. Нет, все, извините, я не пью совсем. У меня здоровье не позволяет. Я свою норму выпил, и будет прекрасно. Я не знаю, что я не могу выпить 100 грамм на свой день рождения. Могу, совершенно спокойно, без последствий. Но это перестало доставлять мне удовольствие. Вот мой замечательный друг, питерский журналист, и шведский, и финский, северный, да, такой, ну, в основном финский, конечно, Питер Искала, который меня и познакомил в свое время с Туви Янсен, он мне сказал, это просто стало для меня ядом. Я почувствовал, что это меня отравляет. И это прекратилось в одно мгновение. Ну, и я тоже, в общем, кроме изжоги, ничего уже от этого не чувствую. Что касается